Высокоскоростной интернет становится доступнее для жителей районов республики. Благодаря региональному проекту «Информационная инфраструктура» к скоростному интернету подключили соцобъекты в одном из сельских поселений Чебоксарского района. В рамках проекта к сети интернет подключают в первую очередь социально значимые объекты. В Чирышкосинском сельском поселении появление устойчивого скоростного интернета открыло массу новых возможностей. Наша библиотека сама сейчас много акций участвует, во всех акциях может участвовать. И функции, потому что у нас расширились, мы участвуем в виртуальных акциях, устраиваем виртуальные экскурсии. Мы презентации новых книг детям побольше много можем уже показывать с помощью интернета, потому что есть у нас связь. Участвуем также вместе с детьми в всероссийских акциях разных. В школе появление устойчивого интернет-соединения особенно ждали. Конечно же, результат очень положителен. Начнем с того, что учителя могут использовать разные формы обучения, могут участвовать в различных вебинарах, тем самым развиваться, повышать квалификацию. Очень хорошо наладилась связь с родителями по сетевому городу. Во многом упростились межведомственные коммуникации. Все запросы в сельской администрации теперь оформляются через интернет, а в день их бывает больше 10. В нашем поселении 16 деревень и проживает около 2000 граждан. Вся жизнь населения связана с какими-то бумагами. Высокоскоростной интернет, естественно, намного улучшил и качество работы, и количество работы администрации. Появление интернета в Чирышкосах совпало с открытием нового ФАПа. Теперь пройти диспансеризацию, узнать результаты анализов, записаться к узким специалистам сельчане могут, просто придя на прием к фельдшеру. Все данные пациентов находятся в компьютере, и любой врач может посмотреть данные пациента. И это очень удобно, нигде не теряется. Пациент может потерять карточки, а в компьютере все остается. В 2020 году скоростным интернетом будут охвачены еще 110 объектов социальной сферы региона. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.